Валерий Рогозин. О, это же хейтер бензопилы! Привет! Привет, это аниме-тусовка. Мы выдвинулись в Москву, в центр снова, чтобы вас порадовать фуд-контентом, посмотреть, покушать. Мы находимся в Чико Рико на ивенте по бензопиле. Будем кушать вкусно. Что будем кушать? Я буду кушать удон макимы и, соответственно, пить ее напиток, потому что ради такого напитка починиться не жалко. Бургер хочу! Я думаю, все-таки более дензишное воспоминание по чите. Да, согласен. Бургер по чите и воспоминания по чите. В принципе, все логично. В общем, это мое меню на сегодня, да. Что будешь есть сегодня? Что заказываешь? Я люблю очень макиму. Она в аниме очень классная. Поэтому я буду заказывать все меню макиму. Соответственно, напиток макимы и удон макимы. Как они будут выглядеть, посмотрим позже. Да, хорошо, хорошо. Ты, Костян, расскажи. Давай, Костя, ну. Смотри, ты похож на Хайкал. Я, во-первых... Я Сим. Во-вторых, я Пава. Точнее, не я Пава, мне нужна Пава. Поэтому, наверное, все-таки сердце демона мой выбор. Вот. А из еды ужин с Хаякавой, да, определенно, как бы, ком. Ком. Заказать. Что мы пришли заказать? Программ, ты что заказываешь? Я потом. Ты потом. Я, значит, сердце демона и ужин с Хаякавой. Сердце, ничего, можно дарить, попробуйте. Да нет, спасибо. Мы пока все по эксклюзивам. Значит, бургер, почита и, собственно, воспоминания о том же почите, да. Помянем. Мне, пожалуйста... Удон макимы и дынный соблазн макимы. Ну, дынный соблазн, понятно почему, да? Тебя когда-нибудь кусали за палец? Оу май! Оплата по читам. Уникальные кадры, оплачиваю по читам. Прошла? По читам не только ваш бро, но и шугар дэдди. Я нашел уникальную карточку, которая была запрятана в недрах этого заведения. А с обратной что там стороны? Теперь у меня есть комбо. Просто макимон. Просто макимон. Но это не просто макимон. Это синергия. Это то, что можно почувствовать зубами. А если совместить вот так, то это, считай, раскадровка. Они вообще не понимают толк в женщинах. Вот это, вот это. Я вот это женщина сейчас вот так. Нет! Да. Я и так рыдал. Хватит мне слез. Пожалуйста. Это моя девочка. Покажи мне. Вопрос в чем? Как ты будешь ложкой есть сосиску? Ну ладно. Он шоколадный. Дай. Держу. Он шоколадный? Что ты чувствуешь? Что подождите, ты чувствуешь? Ребят. Что это? Это сердце демона. Сердце демона? Ты своровал мое сердце демона? Я нет. Ты... Отдай мое сердце демона. А он уже его съел, бро. All my friends are toxic, all ambition is so rude and always negative. Я съел сердце демона и думаю, а почему вкус не дыня? И тут у меня закрались сомнения. Спасибо в целом. Но я зато попробую хотя бы, ладно? Давай, Кость. Хотя бы, может, ты дашь какую-то рецензию, да. Шоколад? Шоколадное? Бургер Почита. Бургер Почита, посмотрите на этого перца. Похож, нет? Сейчас вот так вот сделаем. Оп. Один в один, только из хлеба. Как это вкусно выглядит. Ужин с Хаякавой. Человек точно не ошибся. Это моя семья. Смотри, это мой брат. Это моя жена. Я вдовец. Так, а что здесь? Что у нас вообще? Состав? Состав, сейчас я посмотрю. Там состав какие-то слезы, но это картоха, было в коктейле. Картоха есть. Курица и рис. Но похоже на рис, да, в принципе. Кунжута еще вижу здесь.
Ну пробуй. Блин. У тебя наверняка есть вилка. Стой. Никаких вилок. Давай, что там? Ты что, не позер? Нет. Я запросил. Делаем ASMR-контент. Давай. Я запросил. А ты что, Костя, ты против природы? Ты не эко-активист, получается? Бамбук — это трава, ребят, успокойтесь. Они бамбуковые. Чел, бамбук растет за... Ну, все мы знаем про эту пытку. Смотрение на то, как красиво растет бамбук. Это как раз то, что тебе должно было приехать. Да, ну оно мне и приехало. Смотри, тем временем у меня здесь есть какой-то необычный соус. Необычного цвета, розового. Он похож, знаешь, как этот... Ну, русский хрен. Да, да, в том-то и дело. Он какого-то такого вкуса должен быть. И, соответственно, сейчас нужно вот это дело как-то... О, боже, это выглядит просто офигенно. Как-то... Как-то попробовать... Ощущение, что ты стырил из детского сада. Это было бы похоже на русский хрен, но это просто очень вкусно. Я не знаю, как описать это на камеру. А если в два соуса сразу? Кетчуп? Два конца. Как бы сказал Кузя из универа, китченес. Да, я старый, что ты мне сделаешь? Я люблю тебя. За то, что ты такой, какой ты есть. Молодец, давай кушай, бро. Ты лучше подожди, пробуй. А давай. У тебя же тоже что-то происходит. А у меня сейчас, до сих пор, по-моему, будет самый, понимаете, смачный. Мне предательски не принесли воду, зато у меня есть вот это. Но здесь не все съедобно, понимаете? Вот эта пила, если ее съесть, то она не переварится толком. Вот за сердце демона я стырю одну дыньку. Это справедливо, давай. Какая вкусная дыня. Так, ну что, приступаем? Втыкает в центр. В целом, да, чтобы скрепить его. Да, чтобы он не развалился. Так, ну давай, смотри, анбоксинг. Опа. Это можно домой забрать. Ты, в принципе, на что приклеено? Не пойму, на что приклеено. Ну, соус, очевидно, какой-то. А, это терияки. Я допер. Соус терияки. В бургере. Так, ну что, давайте сделаем... Кусь, как говорится. Не ту почиту взял, не ту кусаешь. Не ту. Ну что ж, проверим сочность, да? Сожму его немного. Зажарили котлету. Сочный, как сердце демона. Да, погнали. А тут смотри, тут вообще, тут внутри-то полный фарш, полный. Погнали. Ребят, показывать не буду, но он реально кайфует. Он реально кайфует. Просто поверьте на слово. Просто смотрите, как мы смотрим. Отсмотрите в отражениях наших глаз на то, как он кайфует. Ну так что, ты вспомнил о почите? Съев. Бургер. Да. Ну, Макима, я не знаю, что кинула ты мне в суп. Но так как это кинула ты, я это съем. Спасибо, Макима, за... Я не знаю, что это. Это похоже на яйцо. Это омлет, похоже. Да, это омлет. Спасибо. Оу. Это удон, брат. До слез. Макима. Ты бы стал ее песиком после такого? Я просто не знаю, из чьих яиц этот омлет. Ну, одно было продано точно. Может быть. Все. Всем приятного аппетита. Йоу, вкуснятина. Мою водичку до сих пор не принесли.
Это были мы, это был Вова, это был Костя. И Богдан. И я, да. Также с нами были девчонки и прекрасное заведение Чика. Всем пока.